Всем привет! Вы на канале Strawberry Mouse. И сегодня я буду прогуливаться вместе с мамой. Скажите привет! Привет! И мы будем сегодня гулять и гулять. И буду еще вам показывать, да, ребятушки? Такие вот дела. Кстати, ребятушки, я была в шоке. У меня на одном мини-видео набралось 20 просмотров. Спасибо вам большое, ребятушки! Кстати, ребятушки, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Простите, что прошлое видео было другого формата, но я сейчас буду лучше снимать. На неинтересных моментах, ребятушки, я буду ставить таймлапс. Да, ребятушки. Такие вот дела. А все интересно буду показывать. Ребятушки, смотрите, какая красота, какие деревья прекрасные. Вообще. Сейчас вам покажу вблизи, ребятушки. Смотрите, какая красота. Приходите, Ростов-на-Дону. Вы про себя, наверное, так все знаете, да, ребятушки? Такая вот прелесть. Что, ребятушки, а мы прямемся дальше. Два прошлых видео рассказывала вам про историю, и я вам могу показать, если вы хотите. И двоих сочек могу показать, да все, что хотите, и кота могу показать. Кот такой красивый. Да, ребятушки, если у вас тоже кот есть, то вы, наверное, не подумайте, что это красивый кот, но для меня лично он красивый. Вот такие вот дела, ребятушки. А мы все идем. Из машин. Ребятушки, мы идем в парк ДГТУ. Да, ребятушки. Ребятушки, смотрите, какие высокие елки. Да, ребятушки, красиво. Скажите, ребятушки, это просто жесть, ребятушки. Ребятушки, сейчас вам покажу детские площадки. Да, ребятушки, это очень важно, очень интересно. Смотрите, дети тут тусуются. Вон там собаки. Собака. Смотрите, колбасится, ребятушки. Трэш. Ребятушки, там еще есть детская площадка, но там людей нема. Нет людей, короче. Ребятушки, смотрите, тут собаки. Это такие хорошие собачки, я бы сказала, да? Они такие, что и съесть могут, ребятушки. Жесть, смотрите, какие. Это овчарка? Две овчарки, ребятушки. Да, ребятушки. Но они меня не съедят. Потому что вы подписаны на мой канал. Поэтому. И поставили лайк под видео, да, ребятушки? Если все так, то дальше будет хорошо. И с вами, и со мной. Ребятушки, я еще другая нашла. Это коша. Да, ребятушки. Здесь кочки.
мое, ребятушки. Будет шок контент, если он упадет. Он не упадет, да, ребятушки? Смотрите, еще мелкие собаки. Ребятушки, смотрите, памятник. Сейчас вам покажу его. Вот он, ребятушки, смотрите, какой. И тут написано: знак благодарности и во имя сохранения памяти о воинах, павших в Великой Отечественной войне 1941 год по 1945 год. При освобождении города Ростов-на-Дону и Ростовской области от благодарных потомков поисковиков 2015 год. Смотрите, ребятушки, здесь бомбы, бомбяки такие большие. И смотрите, георгиевские ленточки. Я, по-моему, сюда вешала, ребятушки. Да, ребятушки. Ну что, пойдемте дальше? А мы идем дальше, ребятушки. Сейчас вам покажу площадку спортивную. Ребятушки, смотрите, какие скамейки. Тут упасть можно и упасть. Ну, сесть и упасть. Нормально, ребятушки, да? Посмотрите, ребятушки. Идем дальше, ребятушки. Да, ребятушки. А мы идем дальше, ребятушки. Сюда. Ребятушки, смотрите, какая красота. Ребятушки! Такое огромное, ребятушки! Ребятушки, мои дорогие ребятушки, подпишитесь на мой канал, пожалуйста, мои ребятушки! Я вас прошу, подпишитесь и поставьте лайк. Да, ребятушки, это была рекламная пауза. Просто рекламная пауза. Да, ребятушки. Ребятушки, я чуть не обосралась. Да, ребятушки. Ребятунчики вы мои. Любимые мои ребятушки. А мы идем куда-то. Да, ребятушки, вот такие вот мотоциклисты в Ростове, да, ребятушки? Вот так вот и живем. Мы просто просыпаемся от мотоциклистов или от соседей, которые делают ремонт. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю, вы соседи. Ну да, это все неправда, да, ребятушки, я думаю, вы это поняли. Да, ребятушки. Мы все идем, ребятушки, никого нет, только я и мама моя. Смотрите, никого нет, только вон там вот женщина. Ой, великисипедисты. Это как в детстве говорила, не велосипед, а великисипед, поэтому я говорю великисиписты. Да, ребятушки, все просто прекрасно. Смотрите, какие деревья прекрасные, ребятушки. Но до них не могу достать, ребятушки. Ладно, ребятушки. А мы все идем, ребятушки. Ой, ребятушки, я могу дотронуться до листа. Ой, ребятушки, это просто праздник. Какой большой, видите, ребятушки? Это может быть его сорву, я надеюсь, и никто за это не убьет. Я надеюсь, по крайней мере. Ладно, штрафанут, ребятушки. Ну, я хотела просто вам показать размер. Видите, моя рука и какую... О, ребятушки, смотрите, какие люди молодцы, кормушки для птичек делают. Молодцы. Респект и уважуха. И ребятушки ко мне. Все.
Ой, да, ребятушки, не совсем полную кормушку, я показывать вам их все не буду, потому что это будет скукотень. Я надеюсь, что это видео залетит рекомендации. Ну, хотя это маловероятно, потому что у меня 6 подписчиков. Да, ребятушки, я вообще не популярная. Я надеюсь, что у меня будет хотя бы 1000 подписчиков. Я буду этому очень рада, так что подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Буду всем рада. Ладно, ребятушки, на этом прекрасном моменте я буду завершать это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я буду обязательно читать. Хотя у меня их не бывает, ну ладно, ребятушки, это... Потому что либо мама мне пишет какие-нибудь комментарии прикольные. Ну, а что делать, мама есть мама. И бабушка. Пока что Дональд Дак мне ничего не пишет, это очень, как-то не очень. Да, ребятушки, так что... Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что, ребятушки, пока!